Пойдем. А ты знаешь, Фагот, что, кроме всего прочего, этот дом знаменит своими порфировыми колоннами в вестибюле? Пойдем. Да, внимание, товарищи, внимание! Коллективизм – основа нашей жизни. И хотя мы уже организовали кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечной, пинг-понга и верховой езды, они не позволяют нам охватить весь коллектив в силу разных возможностей и интересов. И хотя вы знаете, что мы летом, как договаривались, организуем кружок гребли на пресных водах и альпинистов, они не могут охватить всех. Однако, представляю вам товарища Коровьева, видного специалиста по организации хоровых кружков. Товарищи, клятвенно заверяю, что пение берет времени самую малость, а пользы от этого пения цельный вагон. Призываю всех к бодрости и прошу записываться. Это что ж вы, гражданка, посетителям брысь кричите, а? Вы куда? Вы что, с ума сошли? Вы чего без доклада влезаете? А я с вами по дельцу пришел потолковать. Да занят. Ничем вы не заняты. Да что же это такое? Вывести его вон! Чтоб меня черти взяли! Чтоб черти взяли? Это можно. Свободна машина. Деньги покажите. Вот. Червонец? Не, не поеду. Я извиняюсь. Трешки есть? Садитесь. Поехали. Что, сдача, что ли? Полный карман сдачи. Третий случай со мной сегодня, и у других тоже было. Дает какой-то сукин сын червонец. Я ему сдачи, 4,50. Вылез, сволочь. Через 5 минут смотрю, вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки. Ёпсель-моксель. Другой на Зубовский, червонец. Я ему сдачи, 3 рубля. Вышел. Полез я в кошелек, а там... пчела. Тем за палец. Во! А червонца нету. Вчера в этом варьете какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами сделал. Ёксель-моксель. Всего. Бывай. Как же написано, я не принимаю. Вы видите, нету его, нету. Верните его, верните. Я всегда его останавливала, когда он чертыхался. Вот и до
чертыхался. Проша, где вы? Кто вам тут Проша? Не узнает. Меня не узнает, вы понимаете? Попрошу не рыдать в кабинете. Нет, я не могу. Нет, я не могу этого видеть. Я не могу. Давайте не будем рыдать, гражданка. Слышите, они поют. Не хотят петь, а поют. Я слышу. Разберемся. Понимаете? Поможем, поможем. В руках. Перестаньте петь. Примите. Эй, баргузин, пошевеливай вам. Голосу плыть не далеко. Видите ли, товарищ лейтенант, у нас сегодня случай какого-то массового гипноза. Долгая тяжесть. Я выше клояж. Успокойтесь. Вставайте. Товарищи, товарищи, за мной на выход. За мной, дружно, товарищи, на выход. Не толпитесь тут, пожалуйста. Все проходите аккуратненько на выход, товарищи. Я прошу. Ордерок попрошу, приходный. А вам зачем? Хочу сдать сумму. Я из варьете. А много ли у вас? 21 711 рублей. Ого! Вот он один из этих штукарей из варьете. Я тут. Вы арестованы. Сворачивай в переулок направо, так быстрее, до психиатрички доедем. За город на экскурсию поехали.